Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о нашем бизиборде. Размер нашего бизиборда 70 сантиметров на метр. Он у нас из вот такого вот сайта. Кому интересно, в Украине посмотрите, перейдите. Штука, сразу хочу сказать, не бюджетная, но очень полезная. Мой ребенок с года, сейчас ей год и 3 месяца, каждый день играет этим бизибордом. С нюансов. Он очень тяжелый, пришлось присверлить на дюбеля к стене. Это нужно понимать, что, наверное, скорее всего, если такой большой, придется это сделать, иначе, чтобы ребенок не покалечился. А сейчас вам поближе покажу, как что здесь выглядит. В принципе, кому он нужен, могу рассказать. Я думаю, будет где-то с годика. Повторюсь, мы начали им играть. И где-то до 3, потому что есть некоторые вещи, которые она здесь не может делать. Этот доска бизиборд очень хорошо развивает мелкую моторику, которая помогает и в развитии речи. И вообще, если просто вы мамочка, которой нужно с утра хотя бы полчаса тишины, где-то вот моя Лиза может полчаса сидеть и играть с вот этим бизибордом. Но ей нужно все вот так вот красиво поставить, тогда она ним так долго будет играть. Итак, первое, что здесь есть, она уже знает открывать вот такой вот крючочек. И здесь находится доска, на которой можно рисовать. У нас уже есть мелок, и она пробует рисовать. Далее вот такой вот кружочек. Здесь все крутится, все такое интересное. Очень обожает вот эту шнуровку, тучку. Вот это вот учиться вязать шнурки, но пока я не развязывала, потому что ей еще рано. Любит стучать вот, вот этому инструментику. Конечно, все детки обожают розетки, выключатели. Вот такой массажер для рук, такой. Вот это все перебирать. Научилась уже открывать замочек. Липучка. Лабиринт здесь достаточно сложный. Даже мне вот одной рукой будет сложно передвигать здесь фигурки. Здесь, видите, кошечка должна пойти к рыбке, собачка к косточке и коровка к травке. Но мы пока конкретно вот этим лабиринтом не играем пока. Ну, пробует, но пока ей тяжело это передвигать. Замочек вынимает ключик, играет с ним, но, конечно же, пока открыть не может. Здесь замочек открывается, вот это тоже как бы можно отодвинуть. Еще один выключатель. Вот такая застежка. Очень ей нравится звук велосипедного звонка. Обожает спиннер. Наверное, все детки любят спиннеры. Вы не поверите, но, конечно, она пока не понимает, она знает уже говорить 1, 2, 3. А вот это, чтобы научиться первым счетом, тоже это на попозже. И тоже очень полезно, вот такие вот, вот такая вот доска-вкладыш. Ну, еще внизу идут циферки, но это на попозже. В общем и целом, очень полезная игрушка для ребенка. В принципе, можно сделать такое дома, но если финансы позволяют, очень вам рекомендую. Или там есть разные размеры, можно даже на подарок. Это будет как полезно для ребенка, для развития, и при этом ребенку интересно играть вот такой вот доской. Мы остались в полном восторге. Я очень рада, что у меня появилась бизиборд.